медаль не дали. Потому что дисквалифицировали. Ну что, ну, третья смена. Ну они не дали. Там пока сидел, показал, не давал. Соска сейчас. Каяку чего? Ты тебе подтвердил? Ну, не, просто вам нужно было то самое. Задачу ж выполнил. Можно жить и без прописки. Смотри, первый шаг. Зачем платить 25 гривен? Висишь где-то вот. Там рука, да. Еще пару есть? Я выпросил. Аккуратно. А? Еще пару есть? Да я сижу. Отдыхай. Общайся. Я пойду сижу. А кто тебе скажет? Ты выписывайся все. Скажи, я это самое. Буду жить там-то, там-то. Вау, находил. Тебе будет трудно вычислить потом. С армии, если слышишь. Тебе сейчас нужно сделать это еще за граны, все. Тебя будут потом искать. Так потом найдут штаб. Не найдут. Кто тебя найдет? Сейчас нету задачи в прописке. Нет. Это когда ты кредит берешь, там, там еще что-то там. Зарплат, на работу может устраиваться. И то. Просто нужно улыбнуться. Не упустили. Когда победили Европу, покую. Покую? Пока нет? Да. Ну, 5 килограмм на Арсенал. Финал. Синь. Раньше получше, да, я был. Так она и юниорам всегда лучше. А? Юниорам всегда лучше, там больше боев. Я тебе легенды слагаю про такие. Сколько ты нокаутировал по печи? На пальцах. Я сижу, а уже такой хороший. Бывший элемент. Давай. Я с белорусом, да? Да, знаю. Сейчас ей нету надобности, что национальности, что прописки. Зачем тебе прописки? Я украинский паспорт. Что ты? Нет, именно. Зачем? У меня нет. Ну, дальше. Тебя же никто не спрашивает, есть у тебя или нет.
тебя неделю решить вопрос загранпаспорт, тебе потом ехать сразу. Сейчас Мазай заканчивается, сразу начинается. У меня нету военного билета, Андрей Павлович, как я сделаю? У тебя военного не будет билета, у тебя прописное свидетельство. Ну, где оно? Ты вопрос неправильно ставишь. Со школы все, а школы нет. Что? Ты вопрос неправильно ставишь, что тут у тебя нет? Найди, какой-то странный. Тебе загранпаспорт делать, ты мне такие вещи говоришь. Тебе сейчас, допустим, на мир ехать. Ну и что? Выиграл ты турнир. Ты хочешь опять? Ты что, мазохист, что ли? Выигрывать соревнования, не ехать на Европу, на мир, и опять на мир. Ну сейчас все складывается. Ну просто так берется. Этого джахнули, этот упал там, этот заболел, у этого денег нет. У тебя настроя нет, когда ты в Харьков ехал на Украину. Тут был настрой. А сейчас какой-то такой. Со школы или характеристики. У тебя все это есть. Да где, у меня не все в школе еще. Когда я на сборах был, меня никто не называл. У меня ж не было, когда давали. Ты что, закончил школу? У тебя есть старый, да, просто учебу. У тебя старый есть самый. Там оценки в военкомате, подумал. Мне не верю. Военкомат уже оценит? Да. Зачем? Я не... Спасибо. Зачем? Что вы меня спрашиваете? От школы. Они смотрят, да. Неправильный подход, опять же, тебе еще раз говорю, не получается там подписное сделать, берешь, высылишь и говоришь, очень срочно нужно сделать, нужно кого-то найти, там, чтобы... Даже Василий скажет, найдет человека, который сделает, он и есть этот Саня у нас. Где он, сегодня пошел? Который вот с тобой боксировал, он майор этого Саня. Он там людей, он, кстати, в военкомате там будет работать скоро. А? Скоро в этом военкомате будет работать. Я неправильный подход. Я тебе говорю так, а он говорит, мне рассказывай, как не нужно. Как не получится. Нафиг оно мне нужно.